Сытная гречневая каша с мясом и ароматной приправой – это простой, но очень вкусный обед для всей семьи. Рекомендую всем на заметку рецепт приготовления гречки по-купечески «Магги» – легко и сытно. Традиционно гречка по-купечески готовится со свининой, но вы можете приготовить ее с индюшкой, курицей или другим мясом. На ваш вкус свинина готовится дольше, и обжаривать ее тоже нужно больше, зато с курицей блюдо готовится буквально минут за 40. Смотрите, как приготовить. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Для начала подготовьте ингредиенты. Мясо порежьте кубиками и обжарьте на разогретой сковороде до румяного цвета, налейте немного растительного масла. Отмерьте стакан гречки, промойте ее. Добавьте к мясу гречку и приправу. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Залейте водой, 750 мл или 500, если у вас не сильно глубокая сковорода, доведите до кипения, потом огонь убавьте и накройте крышкой, готовьте 25-30 минут, если выкипит жидкость, добавьте еще воды. Лучше, чтобы готовая гречка по-купечески «Магги» была жидковата, не надо ждать, чтобы вся вода испарилась, тогда блюдо будет суховато. Подавайте готовое блюдо с овощами, приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Свинина или курица, 250 грамм. Приправа «Магги», 1 штука. Гречка, 250 грамм. Масло растительное, по вкусу, для жарки. Количество порций, 2-3. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачного дня!